Мы, друзья, внутри ресторана. Здесь есть несколько прилавков, на которых можно набирать. Ну вот салатик. Давайте я наберу себе немножко зеленого салатика. Вот моя тарелочка. Но она сказать, что салатики все хорошие, все вкусные. Не то, что вот там, допустим, какой-то хороший, а какой-то нет. Так, помидоры я не буду. Вот тот из морской капусты, он очень симпатичный. Мы сейчас тоже возьмем. Из морской капусты обязательно возьмем. Так, хорошо. Вы знаете что? Соевые бобы тоже неплохо. Много не надо, а так чуть-чуть соевых бобов. Так, ну вот тут какие-то уже начинаются морепродукты такие специфические, но любителям. Лимончик, креветки, ага. Вот у нас свежие устрицы. Знаете что, я подойду, наберу их отдельно в отдельную посуду. Так, идем дальше. Тут берут чашечки для соевого соуса, потому что там дальше у нас суши. Вот смотрим, вот это наши суши. А там дальше обычно еще сашими для тех, кто рис не ест. Вот я, например, рис не ем. Вот, пожалуйста, можно сашими. Так. Окей, давайте мы пройдем дальше. Так, красиво, Света, да? Так. Вот начинается сашими. Вот рыбка, да? Берешь отдельные кусочки рыбки. Вот тут еще другие салатики. Вон там еще суши, смотрите. Суши. Это они разные. Ну, еще раз, мы со Светой рис не едим, поэтому так мимо проходим. Калифорния роллс, это все замечательно. Так, теперь фрукты, да, там. Вы видите. Ананас, арбуз, дынька, яблочко, папайя. Ну и вот такая, как бы, выпечка, если можно так назвать. Вот. Это что такое? Это как бы мороженое. Так. Мороженое. Ну вот всякие такие крем-брюле. Так. Крем-брюле. Это манго-мусс, тирамису, желе. Ну, в общем, вот эту часть мы обсмотрели, а вот туда мы еще подойдем. Давайте, друзья, посмотрим, что набрала Светлана. Ну, хочется сказать, что такое... того, что нам можно. Да. Тут в основном все остро. Слово скромно. Нет, это не так скромно, так. Как у тебя, но это одни ракушки. Они занимают большую часть тарелки. Пространство. Да, вот это я сниму с риса, я есть не буду рис. Вот, а все остальное вполне ситут. Ну, хорошо. А у меня вот я пока вот эти зеленюшечки взял. И тут немножко рыбки. А там дальше посмотрим. Дал слово, друзья, держи. Пришел я за устрицами. Мы тут вот на днях в ресторане снимали тоже. Там устрицы были по $3 штучка. Поменьше были, чем эти. Ну, там они отличаются не только размером, конечно. Наверное. Ну, еще одну съем. Вот. И надо к этому делу взять, наверное, лимончиков, да? Сейчас мы возьмем вот мои устрицы. Вот я возьму несколько лимончиков, чтобы туда выдавить. Да, устрицы нам хорошо и вам хорошо. Так уже для статистики я скажу, что 6 устриц это примерно на что-нибудь 50 килокалорий. Вот так. То есть это немного совсем. Ну что, друзья, смотрим, что еще есть. Так. Ну, это такие хлебушки, так можно назвать. Вот смотрите внизу. Так, а тут, пожалуйста, вы видите, называется water chestnut cake, но вот как хотите. А вот здесь такие. Это из кокоса. Тут очень многие вещи, а это, значит, такие пельмешки из свинины. Вот. Очень многие вещи здесь я бы съел, но... Это супы. Значит, кукуруза со скалопом, hot and sour
такой китайский специфический, для любителя большого. Курочка со специями, рыбный. Ну вот так. В этом баке рис на пару. Это у нас просто мясо говядина, да? Жареное. Вот вы видите, тут мясо, рис, что-то еще, или макарончики, или что-то, с рыбкой, овощи, мясо, грибочки. Единственная проблема у этого всего, это то, что они с сахаром, и соусы, которые там, они с сахаром, поэтому вот так сложно иногда бывает все это взять. Вот вы видите, это большие тигровые, так называемые, черемпы порезанные, устрицы на пару, креветки, аляскинский краб, клешни. И там еще кое-чего. Вот примерно все, что тут есть.